Ну что, ребята, здрасте, вы находитесь на секретной космической станции Хоспорта, я секретный космический Хоспорт, это старый Джун, и в прошлый раз мы с вами в опусе, в нашем опусе, увидели, как наши герои, мальчик и девочка, подружились и, наконец, застолбили за собой это огромное строение и начали, типа, создавать новый клан. А почему все эти воспоминания возвращаются сейчас? Memories F. Смотрите, ну у нас тут много memories, но все еще очень мало на общем фоне. Ну, ship components довольно много. Lumen plants. Почти все изучили, смотрите. Items of... Простите, это предыдущая серия у меня. Сохранилась только что. Предметы всякие. Тоже не очень много пока. Мириан Мифологи. Довольно много, но недостаточно. Старсонги. Далеко не все. Места на пике. Ну, довольно много уже. Но где-то половина, наверное. Моменты времени. Тут вообще, по-моему, ни хрена, да? Хотя нет, смотрите. Вот это вот очень классный момент. Такой романтичный. Ладно, что, давайте идти дальше. Я так понимаю, мы куда-то, у нас есть какая-то, у старого нас есть какая-то цель. Starsong Synthesizer. Зух. Зухе. Не знаю. Conferred upon Jun Li in the year 8525, короче. Я стал клановым мастером, Кей, как я и обещал. Ну, типа, да, ты стал мастером клана. Не знаю, чем тебе это помогло и что это за клан у тебя в итоге получился. Награждение Red Chamber Crew. Эда, Реми и Джун. За вклад в культуру и науку Thousand Peaks. 8534 год по галактическому календарю. Все... Либо все здесь, либо все разворошено. Я не понял, что он сказал конкретно. А в этой коробке что? Sample Source Lumen Zikurat. Сэмплер Джун, певица Эда. Если б я снова только смог услышать, как ты поешь. Ну да. А может быть, это и есть Зиккурат? Он сейчас по Зиккурату идет, типа. Неверластинг пути. Которые ведут вовсе не туда, куда ты хотел бы. Я так понимаю. Опять передохнуть надо, да? Чего бы все это стоило без тебя на моей стороне? Ну да, смотрите, мы переходим в среднюю главу, chapter 3, часть 1. Собственно, в прошлый раз можно было, конечно, этого дождаться, но там и так час 20 было, так что... Погнали смотреть, что у нас тут происходит. Еще один сейвинг. Один год после открытия Lumen Zikkurat. Какого черта? Кто мог подумать, что здесь пещера, что ли? Заканчивайте миссию, а то мы все подохнем. Почему вообще согласились на это безумие? Потому что это дало бы нам час... час, господи. Потому что дало бы нам шанс открыть связь между Мирия Игнис и Истоушен. Даже если Истоушен будет найден, Ли клан может быть... Да кого волнует твой тупой клан? Наш корабль скоро развалится. Окей, перестаньте драться, спорить. Включаем навигатор и возвращаемся на Гифанг. Так, что у нас тут есть? Странно, это вроде через год произошло, но... Или нет? Solar Alerting Post. Окей, а где мы вообще? Новые сообщения, смотрите. Lumen Mining Application Process. Спасибо большое за помощь. Дорогая Red Chamber Crew. Для всех, кто хочет зарегистрироваться, короче говоря, нужно получить следующую информацию.
Iron Wind Cave Verification Bureau. Cave Location Data, Perfect Star Song from the Cave, Luminous Session ID. Cave должна быть в разрешенном пространстве. Пожалуйста, запомните большое количество пещер. Ну, короче говоря, сейчас у нас в очереди много, поэтому может занять какое-то время для Red Chamber. Ну, короче говоря, ваше заявление изучают адвокаты, я не понял. Детали. Люмен Зиккурат, Red Chamber. Открыт в 8534 году. В процессе получения прав. Люмен Кейв 03. Red Chamber открыт в том же году в процессе. Еще один Люмен Кейв. Уже в 35 году. Iron Wind Cave Verification Bureau. Все в порядке, короче. Получить свой верификационный код. Письмо с поздравлениями от Iron Wing Immigration Convoy. Дорогая команда Red Chamber. Это Тау, лидер Iron Wing Immigration Convoy номер 328. Спасибо за помощь Red Chamber Crew. Жизни 1372 пассажиров, короче говоря, были спасены вами. Молюсь, короче говоря, чтобы огненный молот продолжал освещать ваши путешествия. Желаю вам, короче, удачи. Все. Эда, Luminous Association, Excavation Permit Renewal. Я понятия не имею. Renewal. Возобновлен, видимо, право на раскопки возобновлено. Уже год, как вы находитесь в ассоциации, ваше разрешение было обновлено сегодня. Пожалуйста, получите сертификат, прикрепленный к этому письму. Honorable Runners Award. Награда. Какая-то. Окей, координаты, давайте посмотрим. Ship Traffic Intel. Давайте закупимся сперва. Координаты координатами, а нам бы неплохо было бы закупиться. Teenage Edda. Почему-то опять проснулась. Не могу спать, мастер. Вот это поле цветов. У меня еще один сон о звуках. Люмен, короче говоря, может существовать в разных формах. То, что ты слышишь его в своих снах, говорит лишь о том, что у тебя есть потенциал стать ведьмой. Для меня в этом нет ничего удивительного. Я понимаю. Но один из звуков, короче, в моих снах был, звучал так, как будто кто-то поет. Достаточно, иди в кровать. Каждый раз, когда я пытаюсь петь в ответ, но когда я пытаюсь, короче говоря... Я теряю голос. Но песня, пение не останавливается. Она продолжает звать меня. Кудой-то. Эда. Прости, но пора вставать, видимо. Ха-ха-ха. Ясно. Она упала с кровати. Я заснул опять. Ты, короче говоря, занималась большим количеством документов и заснул. Кстати, United Mining Military запросила помощь в нахождении пещер на орбите West Mount Tunitrus. Шли их нахер. Это приказ у них. Запроси у них информацию о 044423 Red Grant. Если они не ответят, просто игнорируй их. Буду их игнорировать. Они просто хотят свою собственную частную армию ведьм.
Кто-то из Million Ignis Guild просит о помощи для нахождения... Мы ему так уже помогали. Мы отклонили все 10 запросов в этом месяце, Эда. Люди будут недовольны. После всего, что мы для них сделали, кашляет. Ну, в эквалайзере опять село питание. Нет, возможно, просто слишком много пело ранее. Надо отдохнуть. Нам нужно искать пещеры. Чё ты так на меня уставился? Извини. Что? А за кого я вообще играю сейчас? Песни Эды. Почему он всегда на меня так смотрит? Что он втюрился в тебя, мне кажется. Ну мы ради этого играем, если уж честно. Знаешь, количество пещер, которые я аккумулировал за последние 2 года, достаточно для того, чтобы построить космическую станцию в Истоуше. Сфокусируйся на поисках своего мастера. Я дам твоему горлу время отдохнуть. Честно говоря, только что видел о ней сон. Что было во сне? Тот же сон, тот же голос. Большое количество людей проводит в своей жизни, просто собирая звездные песни. Если голос появляется в твоей голове, значит это след, ведущий к чему-то. Но я не океанер, я знаю. Я просто хочу сказать, что голос должен быть важен для тебя. Примерно так же важно, как те причины, которые заставили меня сюда прибыть. Кстати, Кей дал мне Star Song многих солнечных систем, чтобы выбрать. Но тот, который из Thousand Peaks, единственный, который я должен вернуть. Да? И что же в нем такого специального? Он меня привел к тебе. У нас тут романтик, понятно. Мне нравится. Я люблю, когда есть романтическая линия в таких играх. Ли Клан Фэмили 3. Удача Джуна увеличена на 6. Но, правда, unstackable. А мы вообще их надевать можем как-то? Или они автоматом применяются? Твоя семья с тобой связалась? Нет. Ты вчера уже спрашивал. Ты ведь отправишься обратно, когда найдешь достаточно пещер, правда? Не волнуйся, никто из них со мной не связывается. Я буду здесь, пока мы не найдем твоего мастера. Какая грустная история. Witch Star Song of Ignis. Еще одно воспоминало. Я не говорю тебе оставаться, а? Ничего. Не знаю, что дальше делать. Это интерком? Следующее сообщение. Открыла большую компанию, короче, по поиску пещер. Зачем что-то оставлять, если можно, короче говоря, забрать все себе и лишить нас пещер. Сендер Рашел. Дорогая Red Chamber Crew, появилась информация по Банши. Не сходи с ума, Реми. Окей, я не ошиблась, это реально про Банши. Наконец-то, после 26 экспедиций. После такого большого количества усилий. 3 стандартных года назад. Чего? Заброшенная пещера, разрушенная, неисследованная.
Восьмая поисковая экспедиция. Пещера превращена в пиратскую базу, не исследована. Девятая экспедиция. Пещера занята United Mining. Чуть не арестовали. 14-я поисковая экспедиция. Резус сканер Эррор. Достаточно. Я фейловая ведьма, короче говоря. Камон, Эдди. Перестань это говорить. Нам нужно в Thousand Peak. За годик все решить. Мы уже здесь годик. United Mining говорит, что банши вообще не существует. А Lumen Association не позволяет нам в нее вступить. Я никогда не найду ее. Эдди. Ты не знаешь, как плохо, короче, надеяться на вокалайзер. Что ты делаешь? Включаю резосканер. Прекрати. Активирую биоамплифайер. Прекрати рассылать сообщения. Активирую нейронные связи. Ты что думаешь, что ты делаешь? Не знаю, что делать. Если ты не хочешь петь, я сделаю это. Это не твоя проблема, глупышка. Мы должны ее найти. Мы вступим в ассоциацию однажды. Я сделаю Red Chamber лучше. Ну понятно, короче, клятва. Мы достигнем банши любой ценой. И потом мы все домой отправимся с мастером. Я же тебе говорил уже, что не важно, что произойдет, я всегда... Хорошо, хорошо, я спою. Прекрати реветь, ладно? Я не плачу. Три года, наконец-то. Звонок в Эдис Рум. У меня огромные новости. Она опять у Джуна. А вы не авторизованы. У него персональный коммуникационный девайс. А зачем они за ним следить, я не понимаю. Какая-то 8-битовая это самое. После двух нулей, да? Ну вот. Нет. ID должен быть, должен содержать 8. После 4-0, может быть, вот это? Что такое digits? Я что-то не очень понимаю. А сейчас придется воспользоваться словарем. Давайте посмотрим. Диджи. Диджитс, да? Цифры. Ну это просто цифры, я так и думал. А почему? Должен содержать 8 цифр после 4 нулей. Не понимаю. 8 цифр. Ну вот. Ой, беда. Ничего не понимаю. 4 нуля, дальше
Нет 8 цифр. Не подходит, очевидно. Тоже не подходит. А, может быть, имеется в виду 8 цифр сразу после 4 нулей. Здесь не все цифры. И вот это подходило хорошо. А где еще? Здесь есть буква. Блин, я не знаю. Четыре нуля, но здесь буквы. Здесь тоже. Да здесь же буквы есть, ты чё? Ну и что ты хочешь от меня, игра? Во-первых, я не хочу за ним шпионить, если честно. А, хватит на сегодня. Если будет вторая сейчас, то Реми, короче говоря, сойдет с ума рано или поздно. Я знала. Я уничтожу его компьютер. Подожди. Что это за сообщение? Реми звонит, у нее есть новости. Да. Пошпионил за ним, пошпионил. Но я надеюсь, что здесь не будет неожиданного поворота, что он какой-нибудь предатель или еще какой-то засратый товарищ. Клан мастер. А, прошли годы с тех пор, как мы разговаривали. За последние несколько лет... Случилось много неожиданного. Мне помогла женщина Мириам Уич. Она мне очень помогла, я ей очень обязан. Я не ухожу от своей ответственности. О чем я думал, я не должен был это отправлять. Это будет... получит сильный удар, если я сейчас покину ее. Нужно еще немного времени, короче. А что он такого? Я не очень понимаю, что он такого сказал-то. Хрень какая-то. Ладно. Давайте закупаться. Ассоциация реально нашла банши, доктор? Что думаешь? Серьезное, короче говоря, открытие? Возможно. Ты хочешь попасть в неприятности, разворачивая любой реквест? У тебя теперь специальная миссия. Но прежде всего мы идем в кварталы Маунт Аврора. Кварталы? Свободный город Маунт Аврора. Там, короче говоря, была основана Lumen Association. Совет 10 запросил
увидеть тебя. У меня тоже есть там некоторые дела, можем пойти вместе. Не можешь поверить, что твои поиски Red могут подойти к концу? Ну, типа, да. Хм. Получены координаты Маунт Аурора. Держитесь подальше от неприятности, что вы хотите. Хотим закупиться. Опять не хватит на все, да? Эх! Придется что-нибудь продать. Хочу дозакупить. Окей. Что по апгрейдам? Мне вот это интересно. Broken Communications Module. Где его брать? Загадка. Ну и тут яснее не стало. Ладно. Погнали. Новое назначение, короче говоря, в бюрократическом аппарате. Эда. Какая информация по Банше? Возвращаясь на Гифанг. Эдди слишком занята проверять свои сообщения, но мы, короче говоря, летим. Скажи ей, чтобы она перестала так много заниматься океанским мальчиком. Джун. Репорт о East Ocean League Clan. Если сможете помочь, буду благодарна. Дворянин, если ты хочешь найти свою семью, делай это самостоятельно. Не ходи с этим к Lumen Association. Если захочешь покинуть, не втягивай в это Эду. Как дела на службе? Рад тебя слышать, короче говоря, что ты возвращаешься в общество. Да, жизнь тут по часам, короче говоря, мне надоела. Ты очень надоедливый засранец, знаешь об этом? Они дали мне маленькую команду здесь, в United. Тут есть один настырный дворянин, который мне напоминает тебя. Хорошо, что он не из East Ocean. А то я бы его побил. В любом случае, я сейчас, короче говоря, занят. Миссия высокой важности, так что... Береги себя, Лоренс Уайт. Такая вот история у нас тут. Нам туда, да? Перемещаемся к станции, наконец. 30 минут прошло, мы только вылетели. Я не очень понимаю, почему... Чё с письмом не так? А, ну мы здесь были уже. Чё не так с письмом, почему оно так напряглось, мне не очень понятно. Если честно. West Mount Tonitrus. Ненормальные электромагнитные сигналы. Опять. Это опять этот газовый гигант, да? Ну да. Полетели дальше. Здесь мы тоже уже бывали. А что мы там исследуем-то? Мы же исследовали уже ее. Storage Unit X3. Гибрид Lumium Scrap Alloy Plate. Давай еще раз. Ну окей, нам эти предметы не нужны, мы их просто продавать будем.
Давайте сканировать. Где сканировать-то? Надо. Мы здесь уже были, так что я не знаю, зачем я это собираю. Пульс бим фокусер. Мне кажется, он нам не нужен. Навигейшн. Давайте сканировать. Запускаю сканер. Записываю песню. Distant Witch Star Song. Так, и что мы здесь имеем? Что-то имеем. Ну, погнали. Возможно, заброшено. Слабый сигнал. Поехали. Lost Handheld Recorder. Lumen что-то там. Запись Джеймса Вонга, известного мирянского исследователя. Уверен, что кто-то обязательно найдет мои записи. Пока вы ищете Lumen, вы всегда будете обнаруживать меня на шаг впереди. Окей. Еще что-то. Lumen Plant Leaf. Окей. То есть это было в целом бесполезно, да? Я правильно понимаю? А куда нам надо? Ёперная сила. Ёперная сила. А как туда добраться-то? У меня столько топлива нет. Интерстеллар это ладно. Это тоже ладно. Bones Brigade. Но там нет ни хрена. А где мы будем покупать что-либо? Нас осталось мало топлива. А, ну вот Trade Station, да? Сейчас мы там закупимся, получается. Прошло очень много времени с тех пор, как я последний раз была. Я здесь встретила Джуна. Почему Реми нет? Она все еще занимается докингами и процедурами? Откуда появились все эти люди? Я думаю, они занимаются каким-то перформансом. Опера называется Melody of Star Song или что-то типа того. Почти как игра. Я слышал, это какая-то местная типа Thousand Peaks культура, да? Может попробовать забронировать места? Любовная история Хелиуса и Терры. Стоит ли мне... А давай. Какой я мерзкий, а? Ну, короче говоря, о любви между двумя богами. Не, реально я мерзкий. Подстроил им свиданку. Ну, может и хорошо. Так, закупай. С этим все в порядке, это закупай. Так, а это что? Plant Identification Field. Spareship Directions. Unknown Lumen Cave. А это скульптура Helios Descents. Еще один лак для этого. Но я так понимаю, это что-то полезное, так что давайте все это продадим. Это мы выращиваем. Это что такое, непонятно пока. Давайте докупим вот это вот. Крайне рекомендуется Lumen Association. Эдос, лак плюс 2. В тот момент я не понимал, почему Red Chamber
У Рэчембера есть, короче говоря, гринхаус, то есть какие-то те самые для выращивания растений. Или откуда идет страсть Эды к цветам? Хорошо. Не, больше ничего не надо. Поехали, поплыли дальше. Новые координаты какие-то. Unknown Lumen Cave. Очень далеко, да? Да, охренеть, как далеко. Я до сюда долечу? Ну, давайте. Там, вероятно, нам удастся что-нибудь купить. Нас никто даже не остановил, обратите внимание. Ламар, здорово, Ламар. Давно не виделись. А, может, в бар зайдем? Расскажите какую-нибудь историю. Ну, понятно. Так. Хреначим сюда. Пришел проверить удачу. А, ну мы здесь были. Ну давайте. Это 100-100% вероятность победы, что самое смешное. Но опять отдамаженные эти. Отдамаженные нам не нужны. А, давайте врубаем скан. Записываем песню. Хаотик. Почему-то некоторые песни она пишет сама, а некоторые заставляют меня, так сказать, помучиться. Pirate Radio. Давайте сюда сперва. Три топлива ухайдокали и два поисковых. Ну, сейчас еще больше ухайдокаем. А, мы здесь были, по-моему. Ну, давайте. У меня вон какая охренительная удача. А, хорошо. А нам нужно вот сюда. Ненормальный кейв-сигнал. Потом вернемся к Ламару, у него подлечимся, в смысле, я хотел сказать, топливо, захаваем. Интересно, здесь будет прям большое исследование или... The Groundhog. Первая открытая пещера. Wichert Lumen Plant Leaf, Inscription Terra to Sanctums. Однажды я пел, или пела, чтобы... Обнаружить сотни пещер. Наверное, так. Еще Plant Leaf. И что, это все? Мы вот для этого сюда перлись? Серьезно? Нет, в натуре? Может быть, сюда хотя бы? Outlaw City Taiyuyuyuyuyang. Что это такое? Радиостанция, да, пиратская? Да. Ладно, давайте-то раз закупимся у этого хряка. Я не знаю, в чем суть этих активностей, честно говоря. То есть мне не очень понятно. Ну ладно, закупаемся топливом. Да. А, подожди, у нас еще вот... С этим беда. Уходим отсюда. И возвращаемся обратно к нашим баранам. У нас бараны очень далеко.
До них еще как-то добраться надо. До баранов, в смысле. То есть, по сути, мы сейчас просто потратили деньги на то, чтобы сюда долететь. Ничего особо не получили. Но что делать? Давайте купим. Купим топливо. До хрена. Вот эта вот штука нам нужна вообще? Спэйшип парт. Мне кажется, нет. Но зачем она здесь в таком случае, непонятно. Ладно. Полетели вниз. Заброшенный сигнал. Заброшенное строение какое-то. Неидентифицированный космический корабль. Следовал за нами какое-то время. Прислали нам сообщение. Вы действительно Ред Чембер? О божечки, я вас искал. Вы те, кто разделали с Bones Brigade. Я новый парень в Daily Lumen, и я пишу статью о вас. Могу подняться на борт? Даже не знал, что мы такие популярные. Ну, давайте. Похоже, вы сделали Боунсу большое одолжение. С меланхоличным взглядом на лице. Ну, не знаю. Directions Lumen Intel. Какие-то данные получили. Посмотрим. Посмотрим. Так, что это такое? Lumium Orbit Cannon. Пушка. Люминальная пушка. Давайте изучим. Lumium Simulation Chip. Precision Environment Simulator. Симулятор чип. Доктор was the one who told me about this. Мне об этом рассказал доктор. Во время войны United Mining волновались, что Lumium Simulation технологии могут использоваться в военных целях. Так что они заказали у нее и у Red, видимо, уничтожить какой-то корабль. Provision pack, понятно. Провизия, все ясно. Так, давайте еще раз экспорнем. Угу. Да, вот я об этом и говорю. Что у нас появилось? Ага. Вот это. Автоматический гринхаус второго уровня. Ое. Продажа растений еще дороже стал. Шикарно. Здесь все еще нет. Broken Communications Module. Это закрыто. Интересно, что же это такое. Прям я это самое. Теряюсь в догадках, так сказать. Так, navigation. Идем дальше. Заброшка очередная. Идем на очередную заброшку. Уже, представляете, 43 минуты играем. Но, кстати, в этот раз произошло уже довольно много. Мы скакнули на год вперед, и мы уже, типа, знаменитая команда и все дела. Единственное, что я вот боюсь, правильно ли я письмо отправил. Мне не очень... Не очень спокойно на эту тему. Любим симулятор Chip X3, Precision Environment Simulator, Provision SPAC. Во славу Хелиуса. Человек, который мне нужен. Джун из красной комнаты, из команды, правильно? Как раз вовремя. Может ли нам помочь выяснить, что случилось с этим Сойлом? Lumen Association, короче, отправила кого-то его починить, но никто не пришел. Думаю, я смогу помочь. Да, Джун, помогай, конечно. Ну, в смысле, мы плюнуть на них это самое. Lumen Seed X3. Помогли и хорошо. Еще вон сколько всего нахавали. Тоже мне. Засранка. United Mining Standard Signal. Это уже интересно. Grand Crusade Memorial. Не знаю, зачем нам мемориал, но давайте посмотрим на него.
Я смотрю, у вас в хорошей кондиции корабль. Спасибо, ему уже типа 10 лет. Прошло 10 лет с тех пор, как вы были на борту, не правда ли? Это напоминает вам о Ред? Даже не близко. Я тебе уже говорил, не пытайся быть ею. Твоя следующая остановка Grand Crusade Memorial. Принадлежит к, ну, космическим войскам. Тому дивизиону, короче, в котором Ред и я были. Она хотела отсюда уйти. Но тут случился какой-то инцидент. Она хотела начать, короче говоря, цветочный бизнес после отставки. Хотела выращивать Lumen Plant. Я тогда решил, что она сумасшедшая. Но это сработало, не правда ли? Да, кстати говоря, неплохо. Мы вместе годами культивировали их. Да, путешествие на сотни световых лет в другую Солнечную систему, чтобы найти планету с правильными условиями. Я добывал ей сойл. Вы когда-нибудь скучали по ней? Нет. Она пропала на многие годы, а потом просто появилась и попросила присмотреть за своей дочерью. Мастер говорил о тебе все время. Я ее, короче говоря, пошла она в жопу. Ублюдина. Получено Red's Picture. Изображение Red. Сзади написано, эти цветы светятся. Моему другу, доктору Рашел. Ну, короче говоря, ностальгирую по временам, проведенным вместе в полетах. Окей. Едем дальше. Grand Crusade Memorial. Здесь был их скадрон. Стены исписаны фамилиями, видимо, погибших. А 16-й ведьмовской разведотряд. Только японцы могли такое придумать, конечно. Вот как они называли наш эскадрон. Как мило с их стороны не писать наши имена. Доктор, это не была ваша ошибка. Уничтожить стену? Ну давай, уничтожь. Эй, дитя, прекрати доставлять проблемы. Окей, летим дальше. Red Chamber Crew, сообщение. Новый Iron Botanical Service. Обновление завершено. Ваш сервис по растениям, короче говоря, на сегодня. Новый Иран, Area 692. Collective Plantation. Домик красной ведьмы. Зарегистрированная персона Red Grant. Обновили ваш план. Присоединяйтесь к новому Ирану. Разработан United Mining. Самый дружелюбный иммиграционный сектор в Галактической империи. Хорошо. Не знаю, зачем нам это нужно, но хорошо. Хорошо, летим сюда. Thousand Peaks Civilian, что-то там. МТ Aurora's Cave. Поехали. Да, это прям пещера, смотрите. Southern Peak. Вспоминаю, как доктор улыбалась, когда мы достигли этого места. Черт, не могу найти Эдди. Она смылась, чтобы получить какие-то данные. Эй, а где Джун? А, молодая леди. Я подтверждаю ваш ID number. Вы технический специалист Red Chamber Crew, не правда ли? Я из Daily Lumen. Многие молодые люди жуть как хотят услышать вашу историю. В вашей команде молодая ведьма и этот самый. А не парочка? Есть какой-то шанс взять у них интервью? Ну давай. Типа он всего лишь слуга. Молодец.
В обмен на данные о пещере, между прочим. Они поделились какой-то пещерой. Red Chamber Interview Draft. Ну, это ее интервью, короче. Океанский наемник, короче. Пожалуйста, игнорируйте, что Реми сказал в своем интервью. Джун не раб. Окей, немножко перепишем. Как крыса. Ну я крыса, я это сделал. Нужно верить в себя. Перед тем, как искать Люмен, нужно, короче говоря, сначала найти свой дух. Это Эда. Маленькая, короче говоря, ведьма. Но она познала истину, в общем. Заслужила свою награду. Они же получили награду. Окей, ладно. Шутки шутками. У нас координаты новые возникли. Люмен Интел, Люмен Интел. Один Люмен Интел здесь. Второй Люмен Интел здесь. А, вот здесь. Давайте сразу посмотрим, что мы. Сканируем. Да-да. Давай, начинай резонанс, да. Так приятно. Wonderful Witch Starsong. Так приятно, когда она сама записывает. Мне не надо вот этот... головоломку странную решать, в которой я нихера не понимаю. А я реально в ней вообще нихера не понимаю. То есть я теряюсь. Анализируем. Lumen Cave 832 Aqua Abyss. Поехали. Ну, игра поживее пошла, согласитесь. Traveler of Thousand Peaks. Получено достижение. Окей. Я не знал в то время, но Эда волновалась, что однажды мне придется ее покинуть. Thousand Peak Research Expedition Notes 01. Summary of the Third Research Expedition. Summary по третьей экспедиции. Люмен – мультипространственная энергия. Понятно. Люмен Seeds 3. Хорошо, у нас остается довольно мало исследовательских комплектов. А я бы вообще-то хотел вот сюда бы еще заглянуть, конечно. А нам хватит вообще? Я несколько переживаю, если честно. У нас недостаточно Grand Crusade Memorial. Там не было магазина. У нас топливо заканчивается. Я боюсь, до туда мы не долетим. Здесь магазина нет. Придется по сюжету лететь, да, видимо? Блин, я бы сюда залетел все-таки. Но как мы вернемся обратно? Ладно, давайте сюда. Сперва. Анализируем. Mount Aurora. Отлично. А о чем ты думаешь, Джун, Реми, о чем вы думаете? Наш корабль отклонился от курса на 15 градусов. Я имел в виду поправка на 3 градуса. Пожалуйста, подтвердите курс, капитан. Он говорил о своем клане очень много недавно. Не знаю, почему он настолько серьезен на эту тему. Клево. Бензел меня просил о встрече недавно. Реально? Я сказала нет, потому что я думаю, что они все вруны. Думаешь? Ты кого-нибудь когда-нибудь ненавидел до глубины души? United Mining? Я ненавижу Джуна очень сильно. Я знаю, он может быть вводить в фрустрацию. Откуда у него такая ненависть к нам? Не очень понятно. Так, здесь мы явно можем что-то прикупить, я думаю, да? Совет 10 потребовал вас двоих, короче говоря. Кто останется? Эда. Останется Реми. Джун Раннер, он поет со мной. Ну и мне норм. Следуйте за мной.
Вы встретите высочайшие, короче говоря, людей этой организации. Lumen Association. Association. Здрасте. К сожалению, большая часть участников занята сегодня, так что нас здесь всего трое. Это команда Red Chamber. Вы очень молоды. А это человеческий радар, ведьмы. Ну, типа, да. Практически военное преступление. Это ничего с войной не имеет общего, так что не говорите так о ней. Скажи ему заткнуться. Тише, Джун. Я была когда-то ведьмой тоже, вице-президент. Мне нужно напоминать вам, что... Ну, короче говоря, держать себя в руках. Почему выбрали этих детей? Они себе уже сделали кое-какое имя, даже за пределами Thousand Peaks. Они получили заслуженную награду. Окей, пусть это будут они. Закройте двери. Сделка. United Mining в последнее время очень активен. Они пытаются продавить Lumen Mining Act, изменения в нем. Изменить лимиты, экспорты и так далее. Некоторые люди очень озабочены этим фактом, короче говоря. Наш клиент передал нам некоторые данные о новых пещерах. Хочет, чтобы мы их исследовали, короче говоря, до того, как United Mining их найдет. Чего хорошего в том, чтобы их так саботировать? Это же ведь не игра какая-нибудь. Думаю, они хотят продавать Старсонги на черном рынке. Политика, политика. Короче говоря, говно это ваша политика. Достаточно. Что вы думаете, Эда? Я... Извините, вы хотите, чтобы Red Chamber инфильтрировал United Mining пещеры? Почему мы должны идти на такой риск? Я уверен, что вам знакома название, история про экспедицию Банши. Миссия 03323. Согласно клиенту, это их цель, Банши. Мы о тебе очень много знаем, ведьма из Красной комнаты. Если твой мастер действительно на Банши, ты ведь не хочешь, чтобы United Mining достигла и добрались до нее первыми, не правда ли? Уверен, что мы поняли друг друга. Остальное оставляю вам, доктор Рашел. Понятно. Спасибо, что привели ее. Она действительно удивительная ведьма. Что я могу для вас сделать? Так, смотри, какая история. Мне нужно вот это. Ха-ха-ха-ха. Твою мать. Ладно, давай продавать все. А что ж делать? Этого все еще мало, представляете? Ну давайте скинем здесь до десятки. Я просто боюсь, что там какие-то крутые части, которые могут нам быть нужны. Сначала зарядка. Щиты у нас не повреждены. Так, скриптура Splitting on the Ten Peaks. Купили. Lumen Intel. Так, подождите, с Lumen Intel. Control System Unit 22 из 22. Так, а это у нас все есть, получается? Окей. Еще один Intel возьмем. Здесь все. Ну хорошо, ладно, все взяли. Да все уже, больше ничего не можешь. Я пришлю вам информацию позднее. Хочу, чтобы ты знала. Я бы не хотел, чтобы ты вмешивалась в это. Мы разберемся с Банши. Но там, короче, дело не только в пещерах. Я не могу вмешиваться в это дело. Вы сделали более чем достаточно для нас, доктор. Я действительно хочу, чтобы ты нашла Ред. Но также я хочу, чтобы ты жила своей собственной жизнью. Я знаю. Заботься о себе.
У меня есть кое-какие незаконченные дела здесь. Возьми это с собой. Ты теперь член внутреннего круга. Six Peak Ring. Шрайн. Шестой день рождения. Ну, шестая годовщина окончания Lumen War. Труппа исполняет Melody of Star Song. Сегодняшнее выступление. Второй акт. Songless Heaven, Songless Earth. Поющие небеса, поющая земля. Это их четвертый перформанс в туре Thousand Peaks. Мелодия звездных песен. Должна быть следующая часть истории. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Окей. Я посижу. Но я понять не имею, что хорошего в этой опере. Она очень... Нет, нет, посидим вместе. Хотя, может быть, я неправильно делаю. Он все равно захочет убраться оттуда. И, соответственно, так будет больнее, типа. Великая команда Красной комнаты. С таким числом шахт под вашим именем, типа, вы это место можете, в принципе, купить. Вот почему мы верим в цивилизацию Люмен. Я получил какие чудесные новости. Мы очень-очень счастливы. У нас сегодня очень важные гости. Red Chamber Crew. Красная комната. Origin of Media, Conference Notes. Мерси. Очередная воспоминашка. Госпиталь. Пациент 425 снова испарился. Это Джеймс, это ублюдок и его приключения. В следующий раз привяжите его к кровати. Джеймс? Я думаю, я видел это имя в Lumen Association Hall of Fame. Джеймс Вонг, кейфраннер, который любит помещать свои записи везде, где только можно. Он уже знаменитость, знаменитый засранец. Черт, а я продал его, что ли? Печально. Вот это я... Да. Это я ошибся. Ладно. Какая-то там заваруха идет с нашим зиккуратом. Дорогая Эда. Значит, вводные данные по миссии. В связи с тем, что ты не гражданка Iron Wind, для тебя это будет не так просто. Military Airspace и все такое. Даже если Реми сможет избежать United Mining Spaceways, я предполагаю, что тебе нужно апгрейдить Red Chamber Signal Modifier. Короче, вот тебе апгрейд, будь аккуратна. Вот наша следующая миссия. Мы будем косить под самолет майнинг. Надеюсь, вы оба понимаете риск. Да, это. Какие-то вопросы, Реми? Реми? Апгрейжу сигнал. Нужно обмануть их патрули, короче говоря. Я доверяю расчетам Реми. Я смогу. Окей. Бензел. Я знаю отличный ресторанчик. Эдди хочет сбежать с этим парнем. Ну, это уже слишком. Простите, отвлекся. Значит, что у нас, что мы тут имеем? Она переписывается с этим, как он там его зовут, я забыл уже. Короче, который торговец информацией. И говорит ему, что Эдди хочет сбежать с этим парнем. То есть, видимо, вот почему она его ненавидит, потому что она ревнует.
Ну, это было и так понятно, но в данном случае у нее прям какие-то мысли о том, что он сам. А какой кошмар, короче говоря, не могу прям двух слов связать на эту тему. Но все будет хорошо, Рэм, я тебе позабочусь. С разбитым сердцем Бензел. Этот ресторан, который я упоминал, короче говоря, закрылся. Как насчет вот этого? Можем заплатить по частям. Забавно. Только твоя настоящая любовь приведет тебя сюда. Пикс топ 100 gave it 4,5 звезды. Iron Wings Luxury Super Club. Ну понятно, хорошо. Окей, что мы с вами делаем вообще, в принципе? Планетарный электромагнитный сигнал, Thousand Peak Civilian Signal, Thousand Peak Civilian Signal. А чего мы вообще, собственно говоря, ищем? Secret Mission. Смотрите, Secret Mission проходит через вот эту вот сканерную зону, которую мы, в принципе, могли бы посетить, да, теперь. И потом идет сюда. Да. У нас длинный путь на носу получается. Давайте тогда сначала здесь исследуем, а туда в следующий раз пойдем, потому что это далеко. Нам придется возвращаться сперва за этим самым, за топливом. А потом уже туда лететь. А здесь у нас три точки, по-моему, в округе, которые еще можно изучить. На самом деле, возможно, что здесь и нет никакого бэк-степа, или как это там называется. Это детский приют региона Аврора. Так, ведьма из красной комнаты. Что привело тебя сюда? Разве твоя миссия не более важна? Это council member. Пока тут дети, я ничего больше не скажу. Ну, понятно. Он разве не вице-президент Совета 10? Что он делает, работая в таком месте? Даже не думал, что он может заниматься чем-то подобным. Я думаю, что, возможно, я ошибался насчет него. Эти дети все, короче говоря, сироты войны. Я ведьма. Они меня, наверное, не примут. Верь всегда, что твой учитель тебе сказал. Ну хорошо, поделилась мудростью. Окей, я понял. Бесполезно. Ну, лорно, но бесполезно. В остальном. Так. Здесь какой-то электромагнитный сигнал. Это, по-моему, вообще солнце. Местное. Нет, это очередной газовая планета какая-то. Смотрите, какая яркая. Как они здесь находятся вообще? Я не говорю даже о температурах, может, у них там металлы какие, но как они здесь находятся? Ну, красиво, с другой стороны. Так. Free City Mount Aurora, там мы были. Это что? Daily Lumen. Это их тарелка. Давайте посмотрим на нее. Хотя зачем, я не знаю, но... Получили сигнал от команды. Специальный корреспондент Daily Lumen. Почему качество сигнала такое дерьмовое? У нас открытые каналы. Это Red Chamber, я из Daily Lumen. Мы обнаружили какие очень важные данные. На наш корабль, короче говоря, у него хреновый коммуникационный модуль. Можете ли нам помочь? Можете использовать? Давай. Lumen Intel получен. Очередной. You only care about caves, not banshee. Реми постоянно, короче говоря, подзуживает надо мной. Я бы вас с удовольствием отинтервьюировал, но я немножко занята, и этот майнинг пытается, короче говоря, внести изменения в Lumen Act, а это как бы акт, заключенный в конце войны, я так понимаю.
Здесь людям нужна помощь, это. Удивительно, что они согласны друг с другом, но смогут ли они когда-нибудь работать вместе? Мы разберемся. Похоже, Рэми слишком занята для того, чтобы помочь. Разберемся совместно, да? Я до сих пор помню лицо Эда, когда она это сказала. Я был в Daily Lumen весь день. Они прислали мне маленький подарок. 10 Peaks of Diversity Plug. Благодарность Red Chamber Crew за их, короче, помощь. Все, молодцы. Так. И что у нас здесь остается? Письмо. Civilian oppose Unite Mining Plan to amend the Lumen Mining Act. Репортаж с Iron Wind. Короче, они хотят внести изменения в акт. Lumen Mining Act – специальный закон, который был сформулирован после окончания United Mining, после окончания войны, короче говоря. Его отмена – это, по сути, короче, пересмотр послевоенных требований. Это нехорошо, как мы понимаем. Тут что, на носу вторая галактическая, что ли, получается? Это печальная история. Надеюсь, что наши герои в ней участие принимать не будут. Что если я вернусь немножко позже? Это ради мелодии Star Song. Хочу посмотреть и произвести какие-то исследования. Если вы не закроете свой коммуникационный канал, я, короче, выдам все семейные секреты. Просто посмотрите на меня. Один из родин кораблей на центральном канале. Давайте просто его хакнем и вырубим. У любой семьи свои проблемы, нужно помочь им. Но это мы не вывезем, боюсь. Больно жирно. А, вывезли, смотрите-ка. Получено Родин Фэмили Бруч. Я это делал, чтобы получать вот эти вот всякие предметики. Они потом в коллекционке уходят. Это, конечно, бесполезная история, но... Просто, чтобы побольше было. На самом деле, здесь их все можно игнорировать абсолютно спокойно и как бы и насрать на них. Rodin Family, Founders of the Thousand Peaks Culture Foundation. Короче говоря, культурная ассоциация какая-то местная. Собственно говоря, все это просто. Это даже не экшен какой-то, это просто непонятно что. Давайте сюда. Это вот наша побочная зона исследований, если вы помните. У нас постепенно заканчивается топливо. Большое количество какого-то мусора, короче, обнаружено в воздухе. Объекты идентифицированы. 43, 56, 162, 3874. Их количество постоянно увеличивается. Антиколлизионная система активирована. Короче, какой-то контейнер потерял мусор. Возможно, я смогу помочь. Могу сделать какой-то там скавенджинг. Помочь кораблю безопасно пройти. Ну, давай попробуем. Red Chamber, короче, определил путь всех частей и... И благополучно пробрался через кучу обломков. Люма Каверна. Огромный завод был когда-то самым большим в Thousand Peaks. Будете приземляться здесь? Это чудесно. Мы ищем как раз раннера, чтобы помог нам с новым синтескептером. У вас ведь... Есть обученный East Ocean Runner на борту, не правда ли? Да, есть. Меня наконец начали признавать. Эда, я с удовольствием помог бы. Не знаю, насколько этот чувак хорош, но... Он знает, как доставлять неприятность.
А, ну нормально. Шанс просрать нулевой, я так понимаю. Да. По минимуму прошли, все равно победили. Ладно. Давайте изучим вот эту фигню. Мы сюда долетим вообще. Opus News Agency, смотрите-ка. Прям по названию серии игр. Opus. Opus News Agency, действительно. Возможно, это отсылка к предыдущим играм? Да, да, точно. Это же персонаж одной из предыдущих игр, Opus. Emeth is looking for Earth. Здесь где-нибудь есть поблизости планета под названием Земля? Да, это точно, это автономный робот. Это технологии Thousand Peak действительно такие классные. Скажите, пожалуйста, Эммету название третьей планеты от Солнца. Еще бы я запомнил. Это газовая планета, не Земля. Получено Эммет's Rocket. Да, это персонаж предыдущей игры. Она как так и называлась, типа в поисках Земли или как так. Мы с вами в нее поиграем, я думаю, рано или поздно. Давайте, значит, сканируем, ищем, что здесь спрятано было. И на этом заканчиваем на сегодня. Мне так нравится, когда мне не надо ничего. Resigned Witch's Star Song. Проанализировано, Origin добыт. Так. Давай, посмотрим, что у нас тут. У нас мало топлива, кстати, осталось. Ну ладно. Заброшенная пещера. Не получилось проанализировать. Не хватает сил сканера. В смысле? Ты что, издеваешься надо мной? И что делать, по-твоему? Прикол. Ну там мы были везде. Да, здесь нормально. Предупреждение Весселу. Вы входите в пространство United Mining. Пожалуйста, покиньте его незамедлительно. А что это они тут делают такое? Military визы у нас нет. Окей. Серьезно? Хрена себе. Нас поджарили просто. Отлично. Я... Я не понял, это так должно было произойти? Или меня просто сейчас отбросило назад? Типа мы потеряли корабль, и он такой, типа, я что-то не то придумал. Opus News Agency. Ага. Ладно, хорошо, на этом мы с вами и закончим. Вы были на секретной космической станции Хоспорт, я Хоспорт. Мы с вами направляемся на сверхсекретную миссию. Вот сюда, где должна находиться, получается... Серьезно? У нас по дороге еще две. Где должна находиться учительница... мастер нашей подруги. Собственно говоря, все это мы делаем ради нее, получается. Да-да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, записываем песню. Ну и прощаемся с вами, я так думаю, до пятницы. Если сегодня среда, скажем так, у вас, вот вы смотрите, сегодня среда, да? Значит, мы с вами прощаемся до пятницы. А если все не так, значит, в принципе, что-то случилось
Не то. Все, до новых встреч с нашими героями, с вами, с нами, со всеми. Все, пока.